тяжелая игра на самом деле, но я думаю, в принципе, видно, что она сейчас тяжело идет. Пускай тоже особо сильно не переживает. Спасибо, кто нас поддерживает. Ну, вот, хорошо, что сегодня перебороли. Ну, вот. Северсталь на самом деле тоже неплохо играла. Тренер у них сменился. Думаю, там ребята доказывают, там хотят игровое время, кто-то в состав, может, цепляется. Поэтому такая тяжелая игра получилась. А за счет чего удалось в третьем периоде переломить этот матч? Где добавили, в чем? Я думаю, мы добавили, наверное, желание. Ну, вот, и пытались вернуть тот хоккей, который мы показывали там, в начале, там, в 1/4 начала сезона. Хорошее движение было у нас в зоне атаки, поэтому это принесло успех. Но сегодня две шайбы на счету защитника Салавата Юлаева, в том числе один ваш гол. Как его прокомментируете, как там получилось, подключились вот так к атаке? Ну, я на синей линии попросил его оставить шайбу, ну, Ткачева. Поехал вниз, благо потом я увидел в центре, потому что вообще поначалу планировал ее Саша Бурмистов, там Дима Гуршип был, туда им скинуть в угол. Но благо я увидел, ну вот. Потом просто поехал в сторону ворот, там она удачно мне прям отскочила, легла. Не раз приходилось слышать такое мнение, что вот такие победы волевые, они даже полезнее, чем крупные. Согласны с этим? Может вот эта игра с Северсталью какой-то переломный толчок дать? Может, абсолютно, да. Я с вами абсолютно согласен, да, потому что крутые победы, они обычно, знаете, идут как по накатанной, как бы там особо, образно говоря, не напрягаясь. Такие победы даются тяжело и как-то вот даже дают какой-то более большой импульс. Главное это не отпускать и продолжать двигаться в правильном направлении.